Сотрудники парфюмерно-косметического магазина в городе Верхняя Пышма Свердловской области вычислили так называемую шоплифтершу – покупательницу, привыкшую ходить за покупками без денег. Молодая, опрятно одетая женщина, взяв в руки корзинку, прошла по торговому залу, беря с полок товар. Однако на выходе ее корзина оказалась пуста. Все выбранное она складывала в карманы и за пазуху своего пальто. Сейчас она будет в карман совать эту фигню. Там еще другие люди попадают в камеру. Она вернется сюда, не будет. К сожалению, автор видео обошелся без подробностей, в каком именно магазине это произошло, что украла женщина. Хотя по комментариям можно понять, что в числе ее трофеев оказалась краска для волос и зубная паста Локолют. Лицо вот это. Видео камерами наблюдения было снято в минувшую субботу в половине третьего пополудню. Неизвестно, была ли задержана молодая любительница шоплифтинга или нет, но практика показывает, не пойманный с первого раза магазинный вор почти наверняка вернется на место преступления, чтобы закрепить свой успех.